Приветствую вас на канале Asmodee Play. А мы продолжаем играть. BioShock 3 часть. Находимся на небесах. Спасаем вот эту милую симпатичную девчонку. Букер, мне его открыть? Ты можешь открыть этот замок? Давай. Какая ерунда. Вы нашли отмычку и держите еще 5 отмычек за то, чтобы вы играли. Ага. Прошу. Короче, во что-то я должен играть, да? Давай. Ты, девчуля, тоже осмотрись. Может, тебе здесь тоже что надо. Вау! Вот оно. Так, что у нас? Бронежилет пополняем. Мне уже лучше. Чтобы нас не сразу завалили. Так, пистолет. Ну даже не знаю. Так, ну отмычку я взял. Можешь это открыть? Ладно. Давай. Открыть. Слушаем. В доме Комстока все было просто. Работа изнурительная, но несложная. Выжать белье, подмести пол. Леди Комсток даже иногда снисходила до похвалы. Я-то глупая думала, что и для меня в их мире найдется место. Господь сотворил глупых девочек, чтобы ему было над кем посмеяться. Так. Ну все, да, основное здесь. Пойдем. Я должен это выпить или что, взять, съесть? Ворота закрылись. И как мы собираемся попасть на дирижабль? Давай я попробую вот так открыть. Вау. Пробуйте новый шок жокея в зале героев. Так. Все, удлинили обойму. А, продано. Личное электричество ждет вас. А на чем удлинили-то обойму? Подержи у себя. Лови. Давай, монетку. О, пистолет, что ли, обойму удлинили. Так. Солдатское поле. Пророк построил его в 1903 году. Зачем пророку понадобились карусели и аттракционы? Город в небесах. Надо приучить детей служить родине. Невероятно. Чего невероятно? Он же летает. Великая леди науки показывает чудеса. Как эта штука летает? Не на ракетах, а на воздушных шарах? Сейчас я так, квантовая механика, отвечает ученые. Мы бы назвали это скорее женской кого-то. А, на паузе посмотрите. Служить в армии. С детства наставь человека на правильный путь, и он не сойдет с него даже в старости. Это ты придумала? Нет. Может, попробуешь поднять? Подожди. Я вот здесь не потоптался. Ну? Насколько я сильный? Шок, жокей. Ваше личное электричество. Кто-то изобрел свое электричество. Оно же еле работает. В
Так. А где она? У кого-то я должен собрать? Вот она, первая леди. Похоже, она отправляется в док. И на ней мы улетим в Париж. Держись рядом. Да, мистер Дэвид. Зови меня Букер. Ладно, Букер. Так, нам туда. Ну, идем гондолей или еще погуляем? Еще погуляем. В таком месте найдется масса полезных вещей. Могучий соловей, вот посмотрим, что это за соловей могучий, который нас хотел сожрать. Не бойтесь, добрые граждане Колумбии. Что это? Птица, самолет. Это Супермен. Нет, соловей, то есть. Это соловей. Так, ну он вроде помер. Наше ледяное мороженое просто чудо кулинарии. Попробуйте. Ладно. Нормально. Еще на меня кто? Рот откроет. Правильно, бойтесь меня. Что-то мелькает. И когда я прибыл в Вашингтон, мало кто в Конгрессе разделил мое видение Колумбии. Но такова доля пророка – брать грешников за руку и направлять их на путь истинный. Ибо что я такое, как не зеркало, чтобы отражать лик Божий? Вот и все. Разобрались. Да. Молодец, на семью все выплеснул. Так. Кто стреляет? Посмотрим, как... Ой. Дурачки вы, дурачки. Думаете, не надо было трогать ту какашку? Вот соловей. Ничего страшного. Ничего. Блин. Ты знаешь, зачем тебя наняли забрать меня? Может, хотели с тобой познакомиться? Поучиться у тебя искусство взлома. Но почему тебя? Я вообще ничего не... Ага. Пока не найду... Здесь делать нечего. Я здесь подожду. Все, можем идти. Туда, мы сюда. О, ну вот точно сюда. Так. Боеприпасы. Вроде как. Подержи у себя. Забирай. Ты запарился своими монетками по одной штучке. Что делаешь? Я, скажем, свободный художник. Раньше работал на агентство Пинкертона. О таком в резюме лучше не писать. Агентство Пинкертона. Это они улаживали дела во время забастовки? Ух. Да. Да, это я. Можно и так сказать. Маньяк. Смотри, умник и дурик. Ну ты что? Мальчики и девочки, не будьте дуриками. Как это можно не знать? Думаю, это что-то местное, колумбийское. О, как я любила эти сказки в детстве. Правда, они... Они... Странные. Да!
Ну что, нормально? Вот тебе. Ага, детей не могу, да? Ну то слава богу, это хорошо. Так, куда мы? Значит, мы сначала туда сходим. А здесь у нас что? Интересно. Блин. Нагреватель реплика. Ну зачем он мне нужен? Или нужен? Я думаю, нет. Тут вот все вот это надо электричество. Ага. Только где вот его достать? Чудно. Где-то оно должно быть. Так что, Давид, в твоей жизни есть женщина? Она... она умерла. Как? При родах. И у тебя есть ребенок? Нет. Ошибаешься. Ты же ни хрена не знаешь. Ты же ни хрена не помнишь. Книги и основатели. Пойдем. Чтобы попасть на дирижабль, надо каким-то образом вызвать гондолу. Судя по всему, это ее панель управления. Давай. Похоже, что без этого шок-жокея не заработает. Ну, разумеется. И где мы, интересно, его возьмем? Гляди! Узрите энергию будущего в зале героев! А, ну очень кстати. В зал героев. Ложный пастырь пришел на улицы нашего славного города. Хотите ли вы, чтобы он угрожал вашим женам и дочерям? Защитите их! Защитите пророка нашего! Действуйте! Давай. Так, нападения были на меня, да? Основательными. Молодец. Ходи. Так, куда нам? Пойдем. Зал героев временно закрыт. По крайней мере, очередей не будет. Поехали. Уж. Что за черт? Не бойся. Что-то не так? А, пустяки, я все починю. Чинильщик. Давай. А меня местами. А, тут пчела, я ненавижу их. Просто прихлопни ее. Нет, она ужалит. Элизабет. У меня есть идея получше. Я... Что ты делаешь? Разрыв. Твою мать. Что это? Это разрыв? Ну так давай с вами. В своей башне я все время их открывала. Что такое разрыв? Ну это как... как окно. Окно в другой мир. Как правило, там нет ничего интересного. Полотенце другого цвета или чай вместо кофе. Но иногда... иногда я вижу что-то потрясающее. И достаю это. Вот. Бог мой,
Может, у тебя там еще и дирижабль найдется? Это вряд ли. Но там есть... Есть нечто... Нет! Закрывай. Я пытаюсь! Закрывай! Ну, с цветочком хотя бы. Я не вполне уверен. Но все выглядело так, как будто нас решили побыстрее отправить на тот свет. Вдруг я помогу? Что бы там ни было, я справлюсь. Верь мне. Так. Как хочешь, дело твое. Что ты у нас? Колени преклонил пророк, и Бог ему тотчас и... А, тут вроде это какие-то солдаты должны быть. Ты можешь открыть этот замок? Это я в два счета открою. Чтобы все. Колумбию сберечь, наш ком... Давай. Так, ботинки с аэростаты разбрасывают противников. Нет. Просто возьмем. Нужно 5 отмычек, а у меня отмычек не хватает. Ну давай. Так. Ладно, будем искать отмычки. Отмычки. Десятка лет я тянул солдатскую лямку. В каждой стране, где я побывал, стало меньше народу. Я никогда не питал ненависти к врагам. До сего дня. Комсток. Он сделал из моих сражений водевиль, а себя представил белым рыцарем. Я призвал его к ответу, а он сорвал с меня погоны. Этот человек никогда не видел настоящей войны, но увидит. Блин, не дал мужикам посесть. Смотри, Finn Industries. Похоже, именно они производят этот шок-жокей. И как им только не стыдно. Так. Чего? Использовать раковину? Нет. Так, подожди. Пойдем скрывать. Сейф. Сейф. Так. Не то, что я хотел, конечно, да. Не то. Так. Мы нанесем удар и проучим этого Корнелия Слейда. Вы все считаете его героем войны. Но позвольте кое-что прояснить. Корнелий Слейд никакой не герой. Он столько лет прожил в Финктоне, что стал одним из них. Окружай. Сукин сын! Да! Да! Это он! Ложный сын! Огонь! Да! Курите этого ублюдка! Вау! Да стой! Ладно. Oh!
слово. Кто тут еще есть? Убейте его! Выкурите! О, ты как все зашла? Брось оружие! Нормально, так, 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 хорошо, пока что все, идем. Я тебя прикончу. Так, слушаем. Бог создает самых разных солдат, но второго такого, как Корнелий Слей, нет. Мой отец поднимался с ним на Сан-Хуан, шел с боями через Пекин, и как он сам бывало говаривал, по его приказу пошел бы хоть в ад. Сегодня на построении Слейд спросил, не дочь ли я сержанту Монро. Я ответила, так точно, сэр. А он сказал, твой отец всегда хотел сына. Надеюсь, у старого дурака хватило ума понять, как ему повезло. Так, это что? Что есть глаз народа? Смотрю, что же это такое глаз народа? Так, ну. Бунты. Мятежники, которым отвратителен выбранный нами путь. Пусть идут на землю, господи, в чем проблема-то? Которые хотят получить то, что есть у тебя, не отягощающий себя. Вступаю в летучий отряд, защити Колумбию. Понятно. Стоять. Давай, что ты? Увеличенный урон. Так. Увеличенный урон. Так. Какие-то улучшения точности. Удлинитель обоев. Прекрасно. Новый шок Жокей в зале героев. Ваше личное электричество ждет вас. Где ты? Где мне ключик достать столько? Гляди, моя башня! Может потребовать с них часть выручки, а? Твоя башня. Да, можешь потребовать. Я с тобой полностью согласен в этом вопросе. Где-то что-то тикает. Никому нет прощения. Это кто там? Тихо. Я не вижу тебя, но она видит. И... меня что-то опять разрывает. Нажмите, чтобы подбросить врагов в воздух. Зажмите и отпустите, чтобы создать ловушку гейзер. Ну, это я понимаю. Да. Да. Ладно, если подумать, в подобных передрягах эти твои разрывы не помешают. Надо, так, чтобы рядом был разрыв. Что тут можно сделать? Так. Соли. Боеприпасы. Гранаты. Могу брать предметы из ниоткуда. Могли бы позаботиться и об отмычках. А тут три штуки. Где эти? Я их возьму, три штуки целых. Мне
Нет. Кто это? Слейд? Знаю я этого парня. У него редкий талант наживать врагов. Кто этот шарлатан? То, что вы видели сегодня, только начало. Закари Камсток. Его храмы сгорят. Его золотые идолы расплавятся. И ручьями потекут по улицам Колумбии. Так. Насколько лошадь у меня прокачана, кстати? Ну хотя, да, лошадь пусть будет. Интересно. Так, что у нас тут есть? Кому нужна конкуренция, если качество... Что это? Кто-то тут их нафаршировал. Нам дали наводку на тайник контрабандного оружия в баре «Старый бродяга». Оружие мы не нашли, но под полом оказалась солдатская форма времен войны. Непонятно, зачем ее спрятали, но... Кто здесь? Вы Слейд, верно? Сэр, опустите оружие! Слышал, Камсток? Это звук, с которым умирает солдат. Звук, который тебе не знаком. Я жду тебя в зале героев. Докажи, что я ошибаюсь. Мистер Девин, смотри, шифровка. Послание от Гласа Народа. Ну, младший взломщик. Что там у нас? Не знаю. Где-то должна быть книга-ключ. Так, Элизабет может взломать шрифты к тайникам народников. Найдите шифровку и книгу-ключ, чтобы добраться до спрятанного сокровища. Только... Я думаю, что опять надо тащиться хрен знает сколько через хрен знает чего это. Так. Хотя, может быть, в том здании, где вы можете хранить книгу ключ. Печати. Когда сам я спрашиваю у вас, давай отвечай. Тут замок. Какая ерунда. Готово. Давай. Что у нас тут? Есть что-то стоящее. Так, ботинки, объятия вампира, убийство, в рукопашной дает очки здоровья. Так, а ну-ка. Если человек находится под действием, так, взрывается. Соседние враги получают за 5 секунд. Не, пока просто взять. Просто взять можно. Много отмычек не бывает. Я знаю. Подержи у себя. Благодарю. Так, валим отсюда. На второй этаж. Я там еще не все закончил. Что у нас тут? Ага, броня стерпела. Они отключили гондолу, которая ходила в зал героев. Может, это из-за Слейта? Думаю, мы попадем туда по аэротрассе. Только сначала придется снять с нее груз. Давай, опа! Будет так здорово! Ты случайно не видишь никаких боеприпасов? Они очень пригодятся, если станет жарко. Я попробую что-нибудь наскрести. Готово.
место. Найдите шок. Шок жокея в зале героев. Да блин. Так. Ударить. Ударить. Развернуться. А, вот так. Давай, нам туда. Так, нам вот сюда, значит. Зал героев. О. Что мы здесь видим? Осматриваемся. У тебя-то откуда эта штука? Я ж тебя вроде не снабжал ее. Ага, не могу я упасть. Самоубийство запрещено. Так. Нет, 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 нет. Вот на винтовочку я бы, может, еще и поменял. Так. Берем, слушаем. Бойцы! Вы проливали кровь за Колумбию! Вы получали раны и умирали в боях с безбожниками! А Комсток ничего не делал! Ну взгляните! Чей портрет изображен перед вами? Если пророк размалевал наше прошлое, как портовую шлюху, что же он сделает с нашим будущим? Пора постоять за себя! Пусть зал увидит настоящих героев! Оу. Откуда прилетело? Постараюсь найти еще! Похоже, мы теперь знаем, где твой друг Слейд. Найдем этот шок Жаки и свалим отсюда. Это все, что ты можешь. Взять! Еще. Постараюсь найти еще. Давай. Спасибо. Это все, что ты можешь? Ох, ты ошибаешься. А я себе броню прокачал, да? Как некрасиво. Как неблагородно. Так, а где этот? Дай-ка я вот так возьму. Хочу из гранатомета попалить. Вау, да, 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 что там?
соли. Все. Книжку бы еще не выдал бы мне для шифра. Подожди, тут что написано? Ваше вечное электричество. Давайте посмотрим. Это не видели еще. В вашей жизни не хватает чувств? Попробуй шок-шокей от мистера Финка. Спасибо вам, мистер Финк. Такие мини-ролики. Найдите дополнительный ключ к шифру. А кто вам скажет, как он выглядит, этот ключ к шифру? Как книга? Как я понимаю. Заходим в зал героя. Кто грудью встанет за народ, за Господа, кто кровь прольет, тот в зал героев пусть войдет и честь и славу обретет. Так. Я уверен. Кстати, вот эти потом оживут. Я уверен, что где-то вот здесь вот книга. Так. Автомат пуст. Ай-яй-яй-яй. Автомат пуст. Слушаем. Когда мы сделаем свое дело, они назовут нас убийцами. Корнелий Слейд, быстрый левый хук гласа народа. Ха. Мы заменим одну ложь на другую. Да будет по слову нашему. Я с этой Фицрой в одной упряжке и поневоле. Навряд ли все те, кто вонзил ножи в Цезаря, в мирное время преломляли хлеб друг с другом. Когда Комстока не станет, деяния моих людей будут освещены, и ребята возьмут свою долю. Мне до этого можно и не доживать. Так. Пророк наш отец Комсток, командир 7-го кавалерийского полка. 7-м полком командовал не он. Черт, я его вообще там не помню. Капрал Дэвид в тот день проявил себя на поле брани. О чем это он? Слейд! Это ты? Ты ведь всегда был другим, Букер, ведь так? Ты не искал славы. Слушай, я вижу, у вас тут заварушка. Мы просто хотим попасть туда, где хранится шок Жокей. Мы сразу... Этот жестянщик Комсток хочет убить моих парней. Но мы не умрем от его руки. Сейчас что-то будет. Нам осталось лишь выбрать, как мы умрем. От рук настоящего солдата или жестянки? Мы обречены на смерть! Вот так. Видишь, Букер, ты убийца! Нравится тебе это или просто нет? Просто отдай нам шок, Жаки. Если хочешь энергетик, Букер, ты дашь моим солдатам умереть достойно. Они ждут у Вунде-Тни и в Пекине. Вот это почему я не могу взять? Так. Вау, вот она. Так. Что, броню повышаем?
броню повышаю. Блеск. Броня — это очень нужная вещь. Так что... Что это за приготовление? Подожди, мне же книгу надо найти. Я книгу так и не смотрел. Ну-ка, книга, что-нибудь есть такое? Что-нибудь на книгу похожее. Тут нету. Даже не обратил внимания первый раз. Я попробую снабжать тебя бинтами и патронами, но я не всегда могу найти, что нужно. Ничего страшного. Давай посмотрим, что здесь. Боеприпасы для аптечка, соли. Все, я полный, пока заряженный. Ага. А вы меня туда и зовете. Возвращайся, когда деньги будут. Или туда. Ну давай. Что-то я чувствую, пути сходятся, да? Этот жестянщик присвоил себе подвиги настоящих солдат. А ваш спутник, юная мисс, покрыл себя славой 29 декабря 1890 года. О чем это он? Господи. Тебе лучше не знать. Да. Эх, ботинки, шанс 60% получить очки здоровья в рукопашную. Давай просто пока возьмем. Не спешим одевать, у меня пока все есть. Что тут есть? Кстати, заметь, тихая каморка. Так, книжки. Нет никакого листочка, книжки и тому подобное. Ладно. Идем далее. С воем и криком, воздев топоры, среди мертвецов танцевали они. Но ты... Ты был там, у Wounded Knee. Я вижу по лицу. Ну и чё? Расскажи ей, Букер, как мы шли по полю боя, подобно спартанцам. Крики у меня до сих пор в ушах стоят. Интересно, слышит ли их Комсток? Вот солдат, о котором я рассказывал. Тот, кем притворяется Комсток. Убедитесь сами. Не. Казнь была. Это все, что ты можешь? Нужна обойма! Сядь их! Обходи его! Да! Да! Убей меня! Что значит есть? Спасибо. Да. Это все, что ты можешь? Вот так вот. Беги, бой!
Не вынуждай меня, Слейд. Просто отдай мне... Да, после того, как ты сделаешь то же для меня, найди меня среди боксеров. Он про китайцев. Он хочет, чтобы мы шли в другой зал. Слышишь, как идут жестянки Комстока, чтобы заткнуть нам рты? Это мы истинные патриоты, но нам нет места в их учебниках истории. Подожди. А где книга? У вас книги нету, да? Ладно. Ты не спрыгнешь. Еще раз сюда зайдем. Что у тебя деньги? Где там? А, ты кричал. Боеприпасы для... Все, боеприпасы есть. Давай. Ох, мы не туда. Гарантия? Кому нужны эти бумажки? Что это? Это боксерское восстание. Что там случилось? В Пекине я и мои солдаты спалили весь город. Конечно, Комсток излагает эту историю иначе. Так, поцелуем дьявола, шок жокеем или диким мустангом. Их действие переходит на соседних врагов. Шок жокеем. Поцелуем дьявола. Ну, можно взять это. Что у нас? Это у нас шляпа. Шляпа. Ты видишь, нету дешифратор. Покажись! У меня где-то тут автомат был. А, это ружье, винтовка. Ладно. Идем сюда. И... Взгляд раскосых глаз. Они обманывали нас, но наш пророк... А, я читала про это. Комсток повел колбицев на Пекин и... Комстока там не было! Боксеры оставили меня без глаза и трех десятков друзей. И хоть кто-нибудь помнит об этой жертве? Не жалейте сил! Пожарник, Букер! Гори в аду! Это все, что ты можешь? Ты...
знаешь мою судьбу! Вот так сойдет. Ты оказал им услугу, Букер. Позволил умереть достойно. Я не просил об этом. Эти люди мне ничего не сделали. Герои не просят. Я не говорил, что я герой. Тогда кто ты? Если выбросить все части Букера Девита, которые ты хотел стереть, что останется? Вернись в Ротонду. Уже почти все. Про что это он? Что ты хотел стереть? Теперь, выбравшись на волю, ты видишь, что у сидения в клетке есть свои плюсы. Я должна иметь право выбора, мистер Девит. Чего бы это ни стоило. Да? А если однажды ты поймешь, что тебе не нравится твой выбор? Что будешь делать? Так, ладно. Я куда иду? Правильно? Правильно. И здесь я тоже должен правильно идти, потому что больше выхода нет. На. Молодец. Так, а у тебя что было? Пополним. У меня есть то, что тебе нужно, Букер. Да, я знаю. Так. Гранаты, это точно знаю, надо. Где у меня? Так. Ты найдешь меня у памятника первой леди? Ну почему загадками всегда говорю? А в тебя не попали, нет? Говоря леди Комсток, что хочешь, но в моде она толк знала. Ну, куда нам? Ты видел, что Комсток сделал с моей историей. А теперь посмотри, как он переписал свою. Так, минутку. Да, все-таки подождите. Давайте-ка вот так сделаем. Сейчас я приду. Как думаешь, откроешь? Был бы тут механический замок. А эта дверь работает на шок жокея. Встретить бы умника, который это придумал. То есть зайти мы зашли, обратно. Сосамба, ладно. Идем. Первая леди. Неделю семя пророка было в утробе нашей леди. У Комстока был ребенок. В книгах нет совсем ничего об этом. Вряд ли о нем просто забыли. Думаю, это не случайно. Дитя было больно, и леди молилась о его здоровье день и ночь. Это моя башня. Узрите! Дейзи Фицрой убила мою любимую! Но ребенка я не отдам! Пророчество сбудется! Семя пророка взойдет на трон! И пламень
небо мое, людские горы! Дочь Камстока. Нет, не может быть. Нет! Он хочет, чтобы ты пошла по его стопам. А я, допустим, хочу щенка. И что с того? А я хочу, чтобы ты дверь открыла. Можешь это открыть? Подожди. Вот сейчас тоже минутку. А туда нам никак не запрыгнуть? Ага, там никак. Это все-таки тот памятник архитектуры. Ладно. Для начала здесь, потом сюда в кабинет зайдем. К тем, кто любил меня, я всегда была щедрой, никогда не отказывала им в боли, охотно шла на предательство. И когда я сожгла сердца всех тех, кто любил меня, пророк сказал: «Что бы ты ни делала, я прощу тебя». Ибо Господь дал мне взор, а в его глазах даже ты обретешь любовь. Давай, тут где-то на нас напасть должны. Не можем же мы так все время бегать беззаботно. Ну? Сюда куда-то. Открывай. Ты слишком большой, а вот я пролезу. А мне как? Я разведаю, что там. Посмотрю, можно ли пройти. Смотри. Да, смотрю. Это? Разрыв. Я могу такие делать. Грузовой крюк. Очень кстати. Да, это же исполнение желаний. Открой! Сейчас. Давай. Кажется, опа. Их там много. Когда я нервничаю, сразу появляются разрывы. Букер, видишь там разрывы? Мы используем их против людей Слейта. Этот разрыв откроет путь наверх. А в этом мы получим турель. И укрытие. Открывай! Не очень понятно, но грех жаловаться. Тихо, тихо, тихо. Ракета, Букер! Да. А я вроде никуда не собираюсь. Убей меня, если сможешь. Что значит «если»? Почему у вас такие сомнения? Тихо, 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 тихо. Ага. Что ты можешь мне сделать? Выкормыш Камстока умеет удивлять. Ты хоть понимаешь, чем имеешь дело? Конечно. Довольно, Слейт. Нам нужен энергетик, чтобы убраться с Колумбии. Мы заберем его так или иначе. Слейт! Так, ага, вот здесь вот надо. Ладно, пусть пока так будет. А мы пока...
Автомат, пуск, как это? Эй! Падла. Ищи, где тут энергетик Шок Жокей. Так, дешевый. Ну, берем. Что снижает затраты соли. Хорошо. Нашла деньги. Лови. Блин, ты эти монетки заколебала уже бросать. Так, что тут у зрителей через пророчество сбылось? Давай, дитя. Пророчество. И это мы в самом начале видели. Всего 7 дней семя пророка пробовало в утробе леди. Люди Комсток, мать достойна этого чуда. Ну, конечно. Что-то за в ее маленьких руках наше большое будущее. Это получается, вот говорю же, увеличено. Поэтому девочка должна быть маленькая, она, видимо, рост ушла. Так. Кто там? Ангел, залог будущего. Агнец, залог будущего для нашего города. Семь наблюдает за нами с острова. Господи, как так можно ребенка назвать, когда она явит нам себя? Только великий пророк это знает. Конец. Знает она, ага, ни хрена он не знает. Колени преклонил пророк, и Бог ему... Кто грудью встанет за народ, своими криком гостей пройдет. Жестянки, Букер. Вот кем Комсток хочет нас сделать. Механизмы вместо мозгов и сердец. Минутку, подожди. Я фильм смотрю. Город скорбит. И мы вместе с ним. А что скорбить это? Могила леди Комсток в империи открывается для... Ага. Господи, еще молодой умирал. Леди Колумбия никогда не забудет ваши жертвы. Конец. Буге! Господь судит, я действую. Кто там? Ну? Что надо от меня? Порвали тебя, да? Ну ничего, бывает. Понимаешь, Букер? Может, ты остался прежним? Может и нет. Не суть. Комсток забрал наши жизни. Выскреб души. Так, а что мне надо? У меня вроде... Он идет за мной. Всего хватает. Когда меня не станет, останется только ложь. Че, найди след... Отдай то, зачем мы пришли. Давай. Тут замок. Попробую. Давай, открывай. Ух ты, какой у меня есть. Открыла, молодец, идем. Так. Тут замок. Уже. Давай. Открыла. Тут все вверх дном перевернуто. И никакого Шок-Жокея нет. Может, их забрал Слейд? Смотри. Что, 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 смотри. Куда смотреть? Так, не понимаю, куда ты меня ведешь. Так, найдите Слейта за памятником первой леди. Ну.
Что-то я не догоняю. Мы тут все обыскались. Видно, что здесь нету. Это вот то, что мы ищем. Это? Слейд. Он здесь. Разберитесь со Слейдом. Ну давай. Давай, пойдем, милочка. Автомат пуст, пуст. Что это? Это Комсток. Явился за Слейтом. Так. Это Слейд сражался за свою страну при Вундетни. Это Слейд брал штурмом ворота Пекина. Слейд! Слейд! Комсток идет, Букер. Но наших жизней ему мало. Он не успокоится, пока не превратит нас в жестянок. Но мы ему не дадим. Он забрал мое прошлое, но больше ничего не получит. Давай не будем, а? Просто отдай энергетик. Вперед, бойцы! Умрите, как солдаты! Не понял. Обречены на славу! Эй, мне нужна обойма! Тихо, на тебе, по шее. Букер, лови! Спасибо. Убей меня, если сможешь! Так. Валите его! Ты не Букер, Дэвид, которого я помню. Ты жестянка! Открой. Отходи его! Выбейте его! Выгуляйте его! Жертва за наши грехи! Так. А где бы мне пополнить? Как мужик! Выдавите его оттуда! Тихо, тихо, тихо. Это все, на что ты способен? Давай. Ну же, Дэвид! Не разочаруй ребят! Открывай! Так. Что такое анархия, как не нож в спину нашему пророку? Господь судит, я действую. Ой, ой, так. Давай, Дэвид, покажи, что умеешь. Этот, давай. Ага. Так. Yeah!
открой. Сейчас. Где ты? Так, а как тебя гасить? Приспешников я твоих завалил, это я точно знаю. Так. Минутку. Разберитесь со слоем. Что надо сделать? Вроде ничего тебя не питает, а что тебе надо? Так, не понимаю. Ну-ка, давай-ка зайдем сюда. О, вот ты как. Так, сойдет. Забери. Шок, Жаке, это ты? Еще не все, солдат. Дело надо довести до конца. Стреляй! Да, давай. Ты не изменился, Букер. Ни капли. Да ничего ты не изменил. Так. Шук, Жаки. Надеюсь, оно того стоило, Слэйд. Девчонка тем более знает правду про меня, что я не такой хороший. Нажмите, чтобы выстрелить электрическим разрядом. Зажмите и отпустите, чтобы создать электрическую ловушку. Враги, это пипец, как показано. Понятно. Так будет лучше для него. Он мог попасть к Комстоку. Да, пожалуй. К этому вообще привыкаешь. Так, а что мне надо? Там мне надо. А хотя, да, вот так вот. Быстрее, чем ты думаешь. Да, смотрим. Куда это я? Попаду. Ага. Все понятно. Все ясненько с вами. Все понятненько с вами. Выбегаем. А мы здесь были. Да. Знаешь, похоже, энергетики очень сильные. Я попробую снабжать тебя солями. Спасибо. Молодец. Шаришь.
нас. Что сказал? Вот так вот. Букер, не думай о словах Слейта. Ты сам мне объяснял. Иногда просто нет выбора, если хочешь выжить. Конечно. Если получаешь удовольствие от процесса. Букер. Ты славный человечек. Поэтому чем меньше ты обо мне знаешь, тем лучше. Так. Покинуть. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Пока.